кататься. Вот парни с Менделеевска тоже проснулись. Смотрите, какие тачки везут. Вчера так в подсумках не видно было. Какие аудзухи, а? Вот это Андрей говорит. Что тут 500, 600 кобыл? Сколько здесь в ней? РС-6. Может, здесь 600 кобыл? Мультов 14 стоит. Получилось, говорит, прокатиться чуть-чуть. Говорит, только до педальки дотронулся, тебя в сиденье вжимает, такое ощущение, что ты на реактивном самолете. Да, не дешевые, конечно, аудюшки они тащат. Говорят, те, у кого бабла немерено, приезжают 100 тысяч покататься с инструктором на таком звере. Ну, для них 100 тысяч, что для нас рубль. Для тех, кто себе такое позволить могут. Не, ну парад, конечно. Сейчас они их в Красноярск везут. Забрали с Перми. Что там, те, у кого бабла немерено, приедут, покатаются, 1000 рублей, да, по 1000, говорю, 100 тысяч отдадут. Потом еще куда-нибудь привезут. Так вот, купил машину, зарабатываю бабло. Да. Так, ну вернемся. Это не наш мир, как говорится. Нам там. Чтобы прокатиться на такой машинке, надо идти в автовоз. На автовоз работать. Потому что так вряд ли. Пойдем. СПА-процедуры с утра примем. О, Гертека уехал. Че, будем завтракать и выезжать. Теперь я понял, почему Диму сюда тянет. Потому что тут душ-баня общая. Туда можно в баньку сходить. 200 рублей. Ну так, все цивильно. И вы отдыхаете. Ну? Значит, и мы, вот уже пару парней где-то там, значит, и мы присоединимся. О, как раз, видите, парни поехали, поволокли тачки. Давайте, счастливо! Взаимно! Давайте, удачи! Счастливой дороги! Повезли! Крутые тачки, крутой Красноярск. А мы что? Сейчас быстренько чай попьем и поедем. Давайте, парни, удачи вам. А вот это вот, видите, да? Я ж, говорит, по месту. Как так-то? Даже бортов нет. Но я-то вез, у меня хоть борта были. А здесь не привязывать, я не знаю. Ну вот как? Если что экстренное, у меня бы хоть борта по эти кирпичи удержали. А здесь я и не видел.
совсем забыл. Уже ехать собрался. Адовой жидкости по 6%. Будем заливать. Совсем мы, однако, сегодня задержались с выездом. Пол 11 уже. Что-то тут. Пока туда, пока сюда, пока кино, пока вино, пока домино. Пока отблю. Пока в палетнике еще открыл палетник, оттуда все как начало вываливаться. Не тот, который с отблю, а второй. Тут же надо было порядок навести. В общем, малость мы сегодня задержались. Планировал я вообще выехать часов 8 утра. Сейчас 10:30. На следующем повороте налево. Ну, хотел до Красноярска сегодня доехать, что я уже и не знаю. Извините, плюс сейчас тут эти ремонты. Перед Кемерово, за Кемерово. Боюсь, что до Красноярска мы сегодня не допили.
тебя кольцов нету. Хотя вот остановка здесь запрещена, а они сюда приезжают и останавливают здесь. Не имеет на это права вот здесь машины останавливать. Проедьте 170 километров. Заставлять нарушать ПДД. Но их тут утром нету. Они здесь как-то вот, насколько я обратил внимание, к вечеру. Вечером тусят. Распечатка дай, то дай, то это дай. Что, 7 утра их не было. Вот. Ну, по поводу, что сегодня, наверное, до Красноярска не доеду, так это факт, потому что... Ну, либо надо уже допоздна ехать, слишком допоздна. Мне кажется, это не имеет никакого смысла. В общем, ладно, посмотрим, как мы эти ремонты пройдем. То есть можно было, в принципе, эти ремонты и объехать через Томск. Но это не наш метод. У нас заправка. В Кемерово на Татнефти. То есть Кемерово нам посещать надо в любом случае. Вроде как хорошая осень продолжается, смотрите. Она вся такая была до конца ноября. Но ночь холодная. Я сегодня проснулся, было 6 градусов. Уже. Так это вставать. Спать-то нормально, но вот вставать уже без печки так это свежо. Скоро автономка была целая. Уже перед тем, как вылазить, включил бы ее, там полчасика подождал бы. Все, она бы кабинку немножко разогрела и вылез бы такой уже в полном комфорте. Ну а здесь пришлось выскакивать и сразу резко так это одеваться. Зато пошел там в баньку, зашел. Я недолго, небольшой любитель бани. Зашел, посидел в парилке. Согрелся. Все, принял душ и после этого можно... Дальше. Арбайтен. Внутренняя дисциплина. Что-то мы так конкретно прилипли. Доставка впереди идет. Не могу понять только, что за магазины. Вот 4 паровозика вот они идут. Я не знаю. Им, наверное, больше 70 ездить нельзя. 73. 70. Что это за контора? То есть такая колейка была за ними. Машин с 20, наверное. Вот постепенно обгоняют, обгоняют, когда есть возможность, парни. Ну вот один Томский остался впереди меня, который меня обошел за ними. Ну и уже потом мы. Ну они еле-еле едут. Вот 70-75, ну как еле, у нас скорость-то 70 разрешенная. То есть, ну в плане того, что вот они, у них, наверное, больше 75, наверное, у них запрещено скорость. Потому что они что с горы, что в гору. Ну, сейчас, правда, с горы вот немножко разогнались. Даже до 90 вот сейчас летим. А так все, в гору 75 как шли, так и едут. Скорее всего, у них, вот как и у магнитов там, да, что-то 80, наверное, запрет. 78-80. Так же и у них. Ну, у них... Совсем мало. 73, 70, 73 ехать это уже маловато будет. Вот, они даже друг друга обгоняют, ничего себе. Значит, там не одинаковые конторы идут. Вот, видите, давайте-ка, может быть, и мы сейчас газку дадим. Может, вряд ли, наверное. Чтобы под гору все и разогнались, никого не догнать уже. Не ехали. Коробка не знала, там то ли на 11, то ли на 12 ехать. А то смотрите, как уже все разогнались. Это у нас кто? Это у нас магнит. Понятно.
первый. А нет, монетка. Один монетка, два монетка, три монетка. Ага, это, наверное, их магнит обошел. Вот они все три монетка. Так, третьего я не успеваю. А, вот они 70 идут. И все. Ну, а тут уже все. Уже сам сел. Да и сейчас уже... Ну, двоих прошли, и то хорошо, и то мед. Сейчас этого отзанимать уже одного. И сложно проскочить. Коба, чё, психанул? Ну, блядь, что-то вроде иду 78, все равно втыкаюсь у вас. Ага. На 10-й переходи. 4-й тоже монетка. Только он сам на своих обиделся. Вон он впереди побежал. Говорит, иду 78 и втыкаюсь. Бригадируйся, что-то едет, горку совсем вздыхает. У нас весь лобовик уже в зверушках. Погодка 15 градусов. Летают. Что им еще не летать-то? Будем на остановке стеклышко мыть. Развязка на Юргу. Здравствуйте, край Кемеровская область. Здесь уже, видите, асфальт новенький. Может быть, он... До Кемерово и будет нормально. За Кемерово точно знаю, там 6 ремонтов. Да что ж ты будешь делать так? Плюс еще сегодня эту информацию подтвердили. Кузбасс, Юргинский район, красота. Монетка впереди, но он сам на своих обиделся. Не могу за вами ехать, расстроился. Понесся вперед, говорит, нервы не выдержали. Не, ну правильно, они что, их уже не видать. Вон они уже. Бог знает где. Их через 5 минут уже в зеркала видно не будет. Значит, можно ехать быстрее, просто не хотят. А здесь нет еще. Стрижка только в процессе. Может, ближе к завершению, но еще пока здесь работы не початый край. Зато потом вон новый мостик, блин, только шмык. Перелетели через железку. Будем летать, будем парить. Вот мы в Кемерской области. По идее, нам осталось что тут? Кемерская область, Красноярский край, а там уже Иркутская. Так если одна Иркутская область, больше, чем территория Беларуси. Так вот, да, расстояние. И Красноярский край не маленький. Да и Кемеровская не маленькая. Ну вот, вон у нас уже реверс впереди. А объехать мы не можем. Так бы через Томск можно было бы, конечно, двинуться. Километров 40-50 милишку, зато все время объехал.
и уже бы в Мариинске вышел уже за всеми ремонтами. И за этими, и за теми, что за Кемерово. Но заправка, заправка. Поэтому придется здесь на ремонтах отдыхать. Чей-то он такой интересно будет сейчас сделать. Срезать? Ага. Да. Срезает. Клава, принимаешь? Да-да. Все, давай на Таткинском кольце кофейку попьем. Давай, у меня чайника нет просто, а так все есть. У Роберта есть чайник. Тоже работенка, да? А, это Роберт первый ехал, что ли? Да, вот между нами Роберт стоит. Давай, давай, попьем. Я ж тебя звал на 10-й, что ты не переключился? Да я не слышал что-то такого. Монетка разговаривает между собой. Ну мы там, а ты что, переключай. Вот так вот они срезают, ну эти съезды. Три километра до кольца уже. Это еще, это, наверное, четвертый или пятый светофор. Ну, как бы не висел, ну, с первого захода уходил. Прилипал на светофоре, но с первого захода и же уходил. То есть не было такого, чтобы долго. Пока. Мы Кемерово традиционно пойдем до упора, до конца и потом вот он, по той дороге, как всегда, ездим. Во-первых, удобно, к заправке приезжаешь. Во-вторых, не знаю почему, но нравится мне там и все. Кому-то нравится здесь. Да, здесь, ну здесь короче. Один раз проехал, совсем не понравилось. По промзоне, потом по городу. Там свернул в город, съехал и все. Прямая дорога. Никуда сворачивать не надо, ничего. Срежут, потом здесь вот, наверное, вот этот-то вот такой вот закатают новенький. Ой, надо стеклышко было пойти помыть, да? Уже сейчас поздно. Ладно, в Кемерово на заправку приеду. Там помою. Смотрите, как все залепило опять, да? Кошмар. Уже люди с Иркутска там, а с тех краев говорят, наслаждайся. Наслаждайся, говорит, погодой. У нас дожди, у нас уже осень, 2 сентября. Так что наслаждаемся. Пока у нас шепчет. Здравствуйте, столица Кузбасса. Как называется этот, что тут построили? Еще год назад только стройка начиналась. Торговый центр, торгово-развлекательный. Не могу понять. Магнолия, с этой стороны не могу прочитать. Сейчас ниже спустимся, посмотрим.
не, это я что-то попутал. Какое же это что строится? Пока стоял на светофоре, прочитал название. Лапландия называется. А тот, который строится, он дальше, там вот ниже. Возле речки. Задом наперед, вверх ногами, но умудрился прочитать. Вот. А этот сейчас увидим слева. На какой стадии строительства? Кстати, почем на Газпроме? В Кемеровской. Все равно почти полтос. Газпром нефть 49,80. Ну, почти. Но не полтос. Вот, а эта стройка вот она. Ух ты, скляньте, как уже все отстроено. Охренеть. Класс. Красиво, красиво сделано, базара нет. Не знаю, как там доступ туда еще открыт или закрыт. Но сделано вообще четко. Что-то река тоже, да, совсем обмелевшая, смотрите. В Братске сбрасывают воду с ГЭС. Потому что воды много, а здесь, вот, смотрите, все обмелевшее, все зацвевшее. Посреди вон реки острова. И может вброд можно перейти? Вон там где-нибудь. Но судя по тому, по тем перекатам, которые я наблюдаю, так практически можно. А то и, может, и перейдешь. Интересно. Ну, мелкая совсем, мелкая. Воды очень мало. Смотри, как от берега отошла, да? Где должна быть, а где сейчас? Поехали посмотрим, почему у нас там на ТЭТ-нефти. И заодно заправимся. Нам по-любому полные баки заливать. Сейчас пока будем заливаться, можно еще и еще одну канистрочку. Все равно время будет от блю залить. Там-то бы у меня, наверное, трип не залезло. Не хочет ехать МАЗ. На стоянке Б3 не зашло, а сейчас уже проехал. Ну, могло не зайти. Сейчас вот уже проехал, как раз еще дольем канистру и на какое-то время забудем. Об этой нашей адовой жидкости. Не, как тут хорошо, да, 18 градусов. У нас дома дубарина сумасшедшая. 10. Это дождь, говорит, ветер какой-то. Может, я наоборот? На западе, а не в Сибири? Нет? Или что-то поменялось? С погодой с этой. Там, где должно быть тепло, там холодно. Там, где должно уже быть холодно, там еще тепло. Смотрел вообще в Якутии там, да? Пожары пожарами, говорит, на пожары снег выпал. Ни хрена себе, я такого еще не видел. Цирк, да и только. Все хорошо, шланги длинные здесь. Здесь получается 49,05. Здесь топливо. Нормально. В любом случае дешевле, почти на рубль. Так, уже мурзатенькие, да? Еще Делка рядом приехал. Короче, сейчас мы стекло помоем.
Отблю зальем, пока мы заправляемся, не будем время терять даром. Заправим полные баки, потом, наверное, выедем. Станем что-нибудь кусанем с хорошим-то интернетом. И попрем дальше. Я смотрю, тут уже видите, и Делка, и вон сейчас О2 приехала. Или Q2, О2, как они там правильно называются. А здесь всю эту дорогу разворотили, и все, и больше. На следующем вот, видите, О2. Едут сюда машинки. 49.05, но подешевле получается. Ой, как тут качает. Все, 850 литров нам влезло, но уже последние там литров 10. Так аж подпрыгивал. Так ее туда впихивал. Вообще пятком полностью. Ну, нормально. Потому что сейчас там-то будет уже все очень дорого. Но мне вряд ли этого топлива хватит туда-обратно сходить. Ну, если только... По минимуму. Ну, скорее всего, что не хватит. А может и хватит. Посмотрим. Может быть, чуть-чуть придется там доливать. Все. Теперь у нас обед. Еще пока домашний. Надо доедать, потому что скоро кирдык будет. Все уже испортится. И так уже вторая неделя пошла. А, да. Там осталось буквально на сегодня, наверное. Вот, поэтому сейчас кушаем, поедем. Добрый город. Торговый квартал здесь, видите, оказывается, есть. Приятного аппетита, Алексей Николаевич. Спасибо, Алексей Николаевич.